Итак, понеслась, кадет. Ты будешь тренироваться снова, ты будешь глотать пыль, пока мы не выкуем из тебя настоящего солдата утиного бега. Крак-крак. Понял меня или нет? Никаких больше прохладительных утиных напитков, утиного телевидения. Никакой утиной порнушки. Ты понял меня, ублюдок? Ты будешь работать до седьмого утиного пота. Здравствуйте, друзья, с вами Декарт, и это Duck Life 4. Утиная жизнь. 4. Именно четвертая. Четвертая утиная жизнь. Речь, по-видимому, об утке, которая помирала уже 3 раза, и вот в четвертый раз будет пытаться заново. Нет, на самом деле это 4-я часть игры. Меня не то чтобы прям очень часто просили в это играть, но несколько там, пара-тройка человек определенно была, и они говорили о том, некоторые из них, по крайней мере двое точно, что желательно играть в четвертую, она типа самая крутая. Я вообще не знаю, что это такое, если честно. Я просто взглянул на эту игру буквально чуть-чуть на ютубе, там на 5 секунд. И меня заинтересовало, мне что-то захотелось в это поиграть. Я, правда, за эти 5 секунд ни хрена не понял, что нас ждет. Ну, давайте посмотрим. Вот наша уточка замечательная. Она уже готовится свою Duck Life начинать по полной программе. С оптимизмом смотрит в будущее. Давайте же вместе с ней углубимся. Как быстро, какова скорость твоего компьютера? Быстрая, средняя, медленная. Ну, я думаю, что, блин, уж на эту-то игру хватит, скорее всего. Ёлки, что тут будет-то? Вряд ли тут будет, знаете, какой-то там третий ведьмак по графике. Спустя год после бана генетически модифицированных уток. Ни хрена себе, какое бодрое начало. Одна утка, гонщик, стала сопримить. Соприм — это песня Робби Уильямса. Там, кстати, клип про гонщиков, по-моему. Наверное, утка фанат Робби Уильямса, не знаю. Это тебе нужно ее победить. Нужно победить утку, окей. Итак, ты хочешь быть тренером уток? Ну что ж, давай, нажимай. Денег у меня 160, и я должен что выбрать? Я не понимаю, я должен выбрать их расу? Типа, я буду играть за уток японцев, уток белых или за уток... Вот это я даже не знаю, в какой расе соответствует вот этот цвет. Ну давайте возьмем, не знаю, золотое яичко. Это все-таки, может быть, золото кто-то даст еще. Твое яйцо хатчет. Назови свою утку. Дукалт. А давайте назовем его Дикалт, потому что по-английски слово дико значит... Ладно, те, кто знает, что означает слово дик, я за вас рад, остальным лучше не знать. Это сильная утка, которую ты выбрал. Давай посмотрим, как она будет проявлять себя в гонке. Какой нахрен гонки? Это гонки, что ли? Так. Оу, твоя утка упала. Похоже, ей нужно больше... Я ничего не понял. Подождите. Как? Мне вот... А ну, на... Вот так вот, смотрите, у нее уже настолько разжирела срака этой утки, она же подойти не может, ей надо жратву подносить. Так, энергия уровень 3, продолжить, хорошо. 3, 2, 1, понеслась. Смотрите, она сама идет-то, я ничего не делаю. Я думал, может, мне надо что-то как-то нажимать, не, утка сама, смотрите, сама прется, оп, финиш. Отличная работа, это было не очень быстро, но ты всегда можешь улучшить свои скоростные навыки, делая пробежки. Пробежки, я так понимаю, заключаются в том, что мы будем жрать, а потом своей жирной, отожратой, утячей сракой передвигаться к финишу. Вот это пробежки, ребята, всем бы такие пробежки, спортсменам, блин. Эй, ты здесь новенький, правда? Я Джо, я тренер по бегу. Больше денег от бега. Drag your ducks to pick them up. Да? Смотрите, о, я могу. Клево. Это, тебя башка не болит, нет? Сейчас взлетишь, утка. Сейчас взлетишь как следует. Так, ладно, continue. Поговори со мной, если ты захочешь улучшить свои бегунские навыки. Видишь эту вот утку вот там вот? Вот над его головой что? Ну да, вижу, вот восклицательный знак. Он хочет с тобой погонять. Классная музыка на заняла. Па-па-пау. Па-па-па-па-пам. Квек-квек. Па-па-па-па-пам. Квек-квек-квек. Ну, утка типа, да. Я как раз в желтой футболке. Именно в тему, да. Короче, он хочет за тобой погоняться. Просто кликни на него, чтобы начать гонку. Ну, хорошо, давайте. А здесь магазин. Вы можете покупать шляпы или даже новых уток. И, наконец-то, этот... мельница, да, на расстоянии. Это комната турниров. Турниры. Это 3 гонки подряд, без перерыва. Ты можешь выбрать различных уток, чтобы использовать в каждой гонке. Если ты выиграешь турнир, ты разблокируешь новую площадь на карте. И вот, в общем-то, и все. Новую точку на карте, наверное, так правильнее. Используй мышь, чтобы оглядеться. Ну, смотрите, давайте действительно используем мышь, чтобы... О, магазин, хорошо. Шоп, да. Сноп написано. Я думал, типа, сноп сена там лежит.
Куда ты попёрся? Не, я просто оглядываюсь, тебе не надо ходить, чувак. Ты расслабься, утёнок. Ты накопи силы на гонку. Чё тебе ходить-то? Так, смотрите. Вот этот чувак, это наша тренировка, да? Drag your ducks to pick him up. Вот это я не совсем понял, куда я его могу драг. Я могу тебя... Ой, я могу его драг, реально, смотрите. Я его могу прям... Я могу вот куда хочу, туда и отправляю, да? Ну-ка, вот ты кто такой, чувак? А, он, наверное, хочет в гонке участвовать. Так, ладно, давайте попробуем участвовать в какой-то гонке. Смотрите. Можно за 15 баксов на 60 долларов купить вот эту срань. Ну, давайте. Оп, 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 поклевали. Так, теперь гонка, да? Эй, хочешь присоединиться к моей гонке? Приз за победу 50 долларов. Это гонка «Не бегай через горы». Нет никаких требований, чтобы начать эту гонку. Ну, давайте тогда начнем эту гонку, раз нет никаких требований. Так, у нас, кстати, тут навыки есть. Смотрите, climbing, полет, бег, плавание, энергия, прыжки и забираемся как скалолазание, типа. И никаких нам, в принципе, ничего и не надо. Поэтому давайте выберем утку и погнали. Чё за фигня? А ну, слышишь? Вы чё охренели? А ну идите сюда, ублюдки! Я не... смотрите, у меня вкусная штучка, ребята, я поклевать хотите? Нет, ну, отвлекитесь вы хоть ненадолго, но вы ублюдки, вы какого... Ой, добро пожаловать... Да, видимо, мне вот к нему, да, мне надо тренироваться. Давайте, тут можно увеличивать свои беговые навыки. Не, вы посмотрите, какие безжалостные кренделя, а, они прям ускакали вперед и все. А чё они стояли друг на друге? Это мне, знаете, это мне напомнило мультфильм про, который называется «Всё о жизни медведей» или как-то так. Там три панды, они братья, и они друг на друге перемещаются. Там есть белый, который владеет кунг-фу. Ну, в общем, если кто-то видел этот мультик, то он уже понял, если не видел, это бесполезно объяснять. Короче, моя тренировочная программа включает три мини-игры, которые будут тестировать твою скорость, эндуранс и реакции. Ну, эндуранс мы потестируем, конечно, давайте начать тренировку. Итак, декальт. Наш декальт потрясающий. Какой ты хочешь бегать? Ты, конечно, этой. Часть первая. Скорость. Используй вправо и влево, чтобы двигать свою утку. Прыгай в дыры и оставайся на экране так долго, как сможешь. Нажмите Space, чтобы начать. Ну, давайте. Так. А, вниз, что ли? А, вот этот кусочек геймплея я видел где-то на Ютубе, когда хотел понять, что это за игра. Буквально 5 секунд посмотрел. Вот реально, что-то я увидел, что... Прыгает куда-то вниз утенок. Ну вот это наконец-то мы до этого добрались. Я уже про это и забыл. Давайте-ка. Оп! Так, спрыгнули. Моя задача, я так понимаю, заключается в том, чтобы эта хрень меня не накрыла. Давай, ням-ням-ням. Ай-яй-яй-яй, зря, наверное, не надо было. О, все. Смотрите, я умудрился не сдохнуть. Господи, утенок наш не сдох. Вот, блин, я немножко не угадал со стороной, конечно. А я могу немножко форсировать? Да, могу, смотрите. Я, честно говоря, боялся, что окажется, что я упаду в пропасть, но нет. Давай, квэк-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 квэк. Вот так вот мы паутиному сбегаем вниз. Слушай, чувак, у тебя жопа будет тонкая просто, как у топ-модели после этого, серьезно. Так без перерыва бегаешь прям. 5900, 6000. А сколько максимум можно? Сколько на... Ой-ой-ой-ой! Вот что-то оно сильно быстро. Ни хрена себе. Итак, тренировка скорости окончена. У нас теперь третий уровень. Продолжить. Часть вторая. Эндуранс. Используй влево и вправо, чтобы двигать свою утку. Постарайся не удариться об падающие объекты, но собирай все монеточки. Нажмите Space, чтобы начать. Что, то же самое, что ли? А, смотрите. Во, я понял. Эндуранс это когда... Так, а ну подождите. А я могу, если объект уже упал, бежать за монеточкой? А как же мне понять? Блин, да там же все... Я дурак. Там же элементарно. Я просто не думал, что все так просто. Я даже не обратил внимания. Оказывается, если доллар, то это монеточка. А если значок вот такого вот треугольника, то это опасность. Ну ладно, хорошо, будем умнее в следующий раз. Часть третья, реакции. Используй клавиши 1, 2, 3, 4, чтобы контролировать свою утку. Уклоняйся от препятствий, нажимая кнопку, которая будет написана. Собирай монеты, блин. 4, давай. Еще 4. Слушайте, ну это я не знаю для каких дебилов, это же элементарно, давай. 1, а, 3, а, ну, блин, вот, это для дебилов, а, пожалуйста, да. Я просто, ну, не ожидал, что они одна за другой пойдут. Ну ладно, продолжить. Так, значит, собрали 17 монет, и у нас уровень бега плюс 4. Не, ну это как-то хреново, может еще потренируемся? Давайте опять начнем, декальт. Так, смотрите, еще потренируемся немного, чтобы все эти ублюдки в гонках, они вообще не знали просто куда деваться, понимаете? Чтобы мы их настолько пообгоняли, чтобы они все аж охренели.
Туда можно? Да, слава богу, твоя жопа пролезла. Я, честно говоря, немного сомневался. Ты похож на маленький желтый бочонок с говном. Как ты вообще перемещаешься, непонятно. Но ему удается. Тынь-тынь-тынь-тынь. Веселая музычка. Тынь-тынь-тынь-тынь. Слушайте, по-моему, игра прикольная. Я не знаю. По крайней мере, вот первая серия, то есть, когда только начал, только знакомишься со всем этим, она реально повышает настроение вот на это все смотреть, блин. Это ржачная утка, блин. Невероятно просто... объемных размеров, примерно как актер Джон Гудман, наверное. Ох ты, елки, не получилось. Так, продолжим. Хорошо, смотрите, теперь мы уже знаем. Влево-вправо, да? Все, давайте. Так, туда не идем. Вот сюда вот монетку собрали. Отлично, хорошо. Еще монетку собрали, замечательно. О, я не успеваю. Нет, успеваю. Нет, нет. Ой-ой-ой, тихо-тихо-тихо-тихо. Стоп-стоп. Во-во-во, вот здесь вот. Ну, там сразу сверху одно за одним идет. Ну, как успеть? Хорошо, давайте теперь. 1, 2, 3, поехали. Тут ничего не надо нажимать, да? 2, значит, хорошо. Так, 4, замечательно. 2, потом опять. Тут у нас неплохо выходит. Вот на этот раз у нас уже неплохо выходит, согласитесь. 1, 1. Ох, какой ты, слушай, просто скользящий походкой он прям. Так, вот сейчас ничего не нажимаем. Отлично, давай, жри монетку. 3, так, хорошо. 3, замечательно, 530, 540, ребята, смотрите, какие мы там рекорды-то ставим, елки, мы вообще молодцы, 600 с лишним уже, вот это да, так, 2, сейчас ничего не нажимаем, дальше идет сложно, я чувствую, ох ты, блин, все сложнее и сложнее становится соображать все это дело, ребят, я сейчас проиграю, наверное, так, 4, 3, хорошо, замечательно, пропрыгали как следует, ох уж она, утячья жизнь, так лайф, мать ее. Просто супер жизнь, сладкая жизнь, прям как у Феллини. Реально, прыгать, уворачиваться от всякого говна, это просто потрясающая жизнь. Ты просто невероятный, я тебе завидую, ученок, ты невероятен. Так, давай, оп, хотел бы оказаться на ах ты, зараза. 1900, смотрите, нормально, 1900, почти 2000 метров, по континью. Итак, собрали 32 монеты. И у нас уже уровень бега 12. Ну-ка, давайте попробуем теперь. Что ты скажешь теперь, сволочь? Ну-ка, давайте. Понеслась. Итак. Ну, смотрите. Смотрите, уже не дурно. Уже весьма не дурно, согласитесь. Мы уже на втором месте. Нам вот эту заразу обогнать, вот эту, которая лупает своими глазюками. И все будет хорошо. Может, у него энергия сейчас кончится. Не хватает немножко энергии. Еще раз поехали, ребята. Еще раз тренируемся. Сейчас оттренируемся просто по полной программе. Хочется, чтобы мы прокачивались как-то несколько более живенько. А то мы первую гонку пройти не можем. Какие-то мы совсем лохи. Какой-то наш утенок совсем опущенный, понимаете? Это же нехорошо, надо с этим что-то делать. Надо как-то заставить этого утенка из лузера превратиться в победителя по жизни. В такого утиного, такого вечно все клюющего подряд победителя. Почему бы нет? И, кстати, наверное, перед тем, как я начну гонку, мне еще, помимо скорости, которую надо развивать, мне еще надо будет купить пожрать, чтобы энергия не кончилась у него там посреди гонки, знаете? Это тоже существенно, там 15 долларов стоит это дело. Смотрите, уже 7 тысяч уже получается, нехрясь, 7 километров, 8 километров почти. Я не знаю, правда, это метры или что это отсчитывает, ну, наверное, метры, черт его знает. Короче, оп, слушайте, уже слишком быстро. Дальше просто невозможно успеть, смотрите, почти 10 тысяч. Ну, ладно, продолжаем, так. Вот это ловим, это монеточка, замечательно. Еще монеточка. Ай-яй-яй, в сторонку. Вот это вот взяли, опять в сторонку, опять вот это. Ух. Вот так вот, да, давай, просто пусть мне на голову сыпется. Как его там задело, блин, я не понимаю. Я вроде так старался аккуратно встать. Ну хорошо, снова перепрыгиваем камушки. Замечательно. Так, теперь аккуратно. О, проползаем, вот так вот, молодец. Я надеюсь, ты клюв себе не обтесал там, об это самое. Об землю-то. Клюв тебе еще понадобится, например, чтобы клевать всякое говно. О, 2, 3, так, хорошо. Сразу как-то не очень хочется, знаешь, рожу-то свою, наверное, повредить, да? Ты еще утенок молодой, тебе еще рожа понадобится. Уточек соблазнять, да? Эх, утенок. Опять пригибаемся, да? Еще пригибаемся, да? Да, утенок, смотри, реально, мы с тобой, короче, по поводу уточек вернемся к приятной теме для беседы, да? Вот когда ты... научишься бегать, они все будут твои, я хотел сказать, но он не научится, он бездарность, он просрал. Так, может быть, кстати, в магазине что-то купить? У нас 123 доллара. А, добро пожаловать в магазин. Кликните на предметы на полках, чтобы обнаружить больше информации о них. Так, как только ты купишь это яйцо, оно вылупится в новую утку. Как только ты купишь это яйцо, оно тоже вылупится в новую утку. А, новая прическа, господи, нет. Мне кажется, нам пока что на такое тратить деньги как-то не к лицу. Давай-ка вот это вот сжираем и отправляемся, гоночка, погнали. Вот посмотрим, что будет сейчас. Так, у нас полным-полно энергии.
И мы опережаем, да, отлично. Эх, ура. Это танец победы, мадапака. Есть, я вас поимел. Где мои 50 долларов? Да все понятно, он уже третий. Итак, результаты. Ух ты. Это вот. А, это реклама, господи. Это реклама просто. Видите, написано. Теперь Duck Life для iOS и Android. А я думал, что это... Я думал, что это то, что произошло с моим главным героем, когда он победил. Первое место, поздравляем. Вы выиграли гонку, 50 баксов. Так, results, ну, меню получается мне надо. О, хорошо, так, смотрите, 158 долларов, ну-ка. О, турнир, не-не-не, это, наверное, слишком рано. Мне кажется, мы не справимся. Так, смотрите, проходим, вот у нас еще. Если ты сможешь победить меня, я выдам тебе приглашение на турнир. Я не трачу время на новичков. Я не буду гоняться ни с кем, у кого уровень бега меньше 10. У меня, по-моему, больше, значит, да? Ну-ка, давайте проверим, короче, как мы против него выстоим. Посмотрите на это, а! Мы просто их вот так вот всех, как сынков, нормально. Мы даже по деревьям лазаем круче, чем этот. Первое место. Давайте, меню. Зашибись. Смотрите, всех сдрючили. Я думаю, тебе нужна награда, чувачок. Да-да-да, покушай, покушай, молодец. Смотрите, приглашение на турнир, да? Не, я с ним уже разговаривать, наверное, не могу. Может, мне еще потренироваться, даже не знаю. Ну, давайте вначале вот сюда. Добро пожаловать в местный турнир. Добро пожаловать в местный турнир. Ла-ла-ла. Короче, вы поняли. Чтобы войти в турнир, вы должны иметь приглашение. Вы можете выиграть его у других гонщиков. В турнире ты выбираешь одну из своих уток для каждой из трех гонок, а затем вступаешь в каждую гонку. Ты получаешь очки, зависящие от того, какую позицию ты заимел в гонке. Команда с большинством очков побеждает. Так, ну давайте, вот значит. И вот значит. И вот значит продолжить. Тим Декальт. Смотри, команда из одного человека. Ну я не знаю, что это такое, но давайте продолжим, окей. Итак. Ой-ой-ой-ой, ребята. Ой-ой-ой-ой, как печально. Мы второе место, кажется, да? Ну, ну второе место тоже неплохо. Чё ты сразу смеешься надо мной? Давайте, может быть, везде второе место позанимаем и... А что-то мы, по-моему, на третье уже скатываемся. Что-то все печальнее и печальнее. Так, продолжить. А здесь тогда что будет? Что нас тут ждет? Слышь, ты желтый засранец, ты можешь уже свою сраку как-то немножечко там себе пендаля дать? Ускорься уже, а то я тебе больше не дам ничего поклёв. Ну ты молодец. Ты даже не встал на вот эту... Ну как тебе не стыдно, а? Продолжить. Итак, я на... Тим Декальт на третьем месте. Класси Бейкерс, Спиди Буллс, Уэки Тотемс. Третье место, больше тренировок. Так еще бы, это очевидно, что больше тренировок. Тебе еще тренироваться и тренироваться. Ты вообще у меня еще не оперившийся птенец. Посмотри на себя, в буквальном смысле, кстати говоря. Итак, понеслась, кадет. Ты будешь тренироваться снова. Ты будешь глотать пыль. Ты будешь жрать дерьмо. Пока мы не выкуем из себя настоящего солдата утиного бега. Крак-крак. Понял меня или нет? Я тебя предупреждаю, твоя жизнь с этого момента превратится в настоящий ад. Чувствуешь это движение, когда твоя жирная жопа перекатывается туда-сюда, туда-сюда, и ты потеешь насквозь утиным потом? Запомни это ощущение, оно будет преследовать тебя месяцы и месяцы спустя, потому что я буду выковывать из тебя истинного Рэмбо. Никаких больше прохладительных утиных напитков, утиного телевидения, никакой утиной порнушки, ты понял меня, ублюдок? Ты будешь работать до седьмого утиного пота, я тебя предупреждаю. А, ну да, кстати, утиного корма тебе тоже не будет, пока не выиграешь. Поэтому работай, работай как следует, старайся как можешь. Я хочу видеть ярость, я хочу видеть ярость в твоем утином взгляде. Я хочу твой боевой оскал, покажи мне свой боевой утиный оскал. А я покажу тебе, как еще можно придумывать монологи, основанные на цельнометаллической оболочке Стэнли Кубрика. Ну ладно, давайте, press space to start. Так, отходим, о, давай. Лови деньги. Представь себе, что ты алчный-алчный-приалчный ублюдок. Представь себе, что ты хуже любого видеоблогера, рекламирующего пиво. Да чтоб тебя, я не понимаю. Продолжить, хорошо, еще. Space to start, поехали. Так, окей, идем дальше. Значит, прыгаем, скачем, скачем, прыгаем. Скачем, прыгаем, прыгаем, скачем. Вот это твоя тренировка на ближайшее... А, ну да, еще ты должен ползать и жрать дерьмо с пола, я чуть не забыл. Потому что ты суровый утиный солдат. Давай, покажи, что ты можешь. На, отлично, замечательно, перепрыгивай. Перепрыгивай через это дерьмо.
и через это дерьмо, и через это дерьмо. Понимаешь? Ну, короче, что я повторяюсь? Перепрыгивай через все дерьмо, которое только можно перепрыгнуть. Ну, а под этим проползай, да. Потому что оно специально... Это такое, это проползательное дерьмо. Через него можно только проползать. А через это перепрыгивай. Молодец, утенок. Молодец, замечательно. Так, три. Три. Хорошо, хорошо, слушай, солдат, ты закаляешься, ты справляешься все лучше и лучше, ты посмотри, уже километр набегал, какой ты молодец, оп, оп, 4-2, нормально, оп, оп, понимаешь, это моя такая вот потрясающая боевая озвучка твоих действий, я пытаюсь мотивировать тебя, слышь, а что это мы так ускоряемся, я не, а, хотя так и надо, да, так и надо, это для того, чтобы ты стал сильнее, быстрее, ловчее, умнее, хитрее, и, а, блин, сейчас я снова войду в роль, погодите. Так, 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 два. И вообще, чтобы управы на тебя не было, чтобы ты был грозой всех уток, ты понял? Ты маленький, нежный, пушистый ублюдок. Я из тебя сделаю, как... Ой-ой-ой. А как там можно было эту странную монетку туда... Ни хрена, вот это я набегал. Что-то меня прорвало, я все никак не проиграю. Оп, оп, замечательно, хорошо. Три, давай вот это тоже заберем. Один, вот это тоже заберем, два, два, хорошо. Все перепрыгиваем, все получается, ребята, как след... Ну вот мы и просрали. 2700, продолжить. Так, ну и что я могу сказать? Давайте попробуем турнир, пожалуйста. Раз, два, три, Декальда нашего. Так, Тим Декальд, поехали. Посмотрим, как будет теперь. Можно, конечно, купить новых птичек, но... Но нужно ли, ребята? Вы посмотрите, как он их отымел. Просто жесть. Более того, тут еще и коротенькие эти уровни, поэтому у него энергии особо не отнимается для последующих раз. Вы посмотрите. Мы все время только и делаем, что опережаем. Этот турнир будет за нами, ребята. Посмотрите. Опять Декальд просто сыт вам на лицо. Маленькие пернатые ублюдки. Замечательно. Давай еще. Вот так. Вот это уже наш солдат. Вот теперь-то ты стал... Я хотел сказать человеком, но потом... Ты стал уткой. Теперь ты стал уткой. Утищей. Утищей такой прям стал. Продолжить. Давайте. Итак, Тим Декальд на первом месте. Продолжаем. Что? Свамп. Ух ты, смотрите-ка, ребята. Теперь мы на болоте. Мы открыли какую-то новую локацию. И вот, я так понимаю, это наш болотный тренер, да? Он будет учить нас плавать или что-то в этом роде. Ну-ка, давайте просто попробуем. Добро пожаловать в плавательное обучение. Хочешь улучшить свои плавательные навыки? Я собираюсь учить тебя реакции, эндурансу и времени в трех различных мини-играх. Начать обучение, Декальд. Ну давайте попробуем. Часть первая. Реакции. Используй влево и вправо, чтобы двигать свою утку. Нажмите вверх или вниз, чтобы прыгать или нырять. Не сталкивайтесь экраном или не сожритесь. Чтобы вас не сожрали, короче. Ага, я понял, смотрите. Оп! Оп! Так, хорошо, ни хрена себе, уточка, ты прыгаешь. Тихо, давай-ка монетку собираем. Так, значит, нам нужно аккуратно с этими. С крокодильчиком. А, с крокодильчиками нужно аккуратней, блин. А куда? Не туда. Ну, тут, смотрите, 4 километра прям мигом. Окей, поехали дальше. Часть вторая, эндуранс. Теперь задерживайте спейс, чтобы плавать вверх тормашками. И... Чего? Подождите, давайте-ка попробуем. Сейчас, спейс... Что-то маленько я не вкурил, походу. Это свой антирекорд. Какой позорный результат. Он, наверное, там насрет ему на голову за это потом. Нагадит, знаете. Ну как, птички любят гадить на голову. Я в этом плане. Часть третья, тайминг. Плаваете так глубоко, как сможете в воду. Нажимайте пробел и следуйте за инструкциями для идеального рывка. Итак. Пу! Понятно. Три... Плавательный уровень плюс 3. По-моему, полное дерьмо получилось. Ребята, мы не справились. Ну окей, я думаю, давайте на этом заканчивать. Если вам понравится, продолжим тут вот разбираться уже в следующем. Куда? Куда ты поскакал? Куда ты поскакал, мой родной? Ты иди там стой и это. Учись он лучше у тренера. Чё ты скачешь? Это я просто вот посмотрел, что за чуваки. А ты сразу уж сюда прискакал. Ну ладно, короче. Как я и говорил, если вам понравится, продолжим в следующий раз, разберемся с этими плаваниями, со всем этим делом. А пока что на этом все. Если вам понравилось это видео, то ставьте лайк, пишите комментарий, подписывайтесь на канал, жмите колокольчик, жмите поделиться, рассказывайте друзьям, вступайте в группу ВК, ссылку внизу в описании под видео. И все на этом, всем счастливо, всем удачи, всем пока.